Друзья, сейчас я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «обновление» или «renewal» по-английски. Вы знаете, что в Библии говорится об обновлении, и говорится об обновлении жертвенника, говорится об обновлении Дома Божия, говорится об обновлении Завета, говорится об обновлении обновленной жизни и говорится об обновлении Духа. И много вообще Библия говорит об обновлении и Старый, и Новый Завет. Вообще, зачем обновление? Вы знаете, что сначала мы, наверное, спросим друг друга, что такое обновление? Обновлять, чтобы что-то обновлять, наверное, это связано с тем, если обновление требуется, значит, что-то поломалось. Или же, если оно не поломано, значит, оно, наверное, изношено, оно износилось. Когда бывает нету сил, нужно что-то обновлять. Обновление в себя включает также возрождение. Это уже более духовный смысл. Сделать что-то новое, более совершенное. Это все вокруг этой же темы обновления. Знаете, что мы по жизни устаем, физически нам всем это знакомо. У меня вопрос, а как вам кажется, мы духовно устаем? Как вам кажется, нужно ли нам обновление? Нуждаемся ли мы в обновлении, как христиане со стажем, без разницы? Нужно ли нам? Do we need renewal inside of us? Вы знаете, что мир так создан, что все обновляется вокруг нас. Например, оружие, какое бы оно ни было мощное, современное, дальнее, атомное оружие, и то его обновляют постоянно, выдумывают новое, придумывают еще круче, сильнее бомбы. Кажется, уже их сколько этих атомных бомб, все равно испытывают, выпускают новые машины. Самая быстрая, самая крутая машина на сегодня, через пару лет будет новая, будет еще круче, еще лучше, еще быстрее. И постоянно обновляют эти техники, эту машину, компьютер, который в вашем доме 5 лет назад, казалось бы, был top of the line, самый лучший. Сегодня вы его можете отдать на Craigslist за $50. Почему? Потому что все бежит, обновляется, технологии вокруг нас. А возьмем природу. Листья опадают и вырастают новые. Возьмем круговорот в природе. Возьмем нашу кровь, которая циркулирует в наших венах. Кажется, все вокруг нас обновляется. Значит, за этим процессом кто-то внимательно наблюдает. И все вокруг нас обновляется. Без обновления все умирает. Огонь без обновления дров, он рано или поздно потухнет, даже если он был большим и мощным. Машина без обновления бензина рано или поздно она остановится, даже если она сильная и новая машина. Человек без обновления пищи, энергии рано или поздно он иссякнет, он силы потеряет и он умрет. Рано или поздно все заканчивается и нуждается в обновлении. Без обновления все портится или изнашивается. Например, резина на вашей машине, она без обновления со временем изнашивается. Обувь самая лучшая на ваших ногах, рано или поздно она также изнашивается, и вы ее меняете. Все, что мы пользуем, все, чем мы пользуемся, оно изнашивается и нуждается в обновлении. Хочется теперь подумать о духовных вещах, имея в виду вот это вступление. Все, чем мы пользуемся, оно рано или поздно изнашивается, ломается или нуждается в обновлении, в свежести или в возрождении. В духовном мире мы тоже живем. Иногда вера, которую мы имеем, она нам помогает не только жить, а выживать в самых трудных условиях жизни. Если мы этим пользуемся, нуждается ли это в обновлении у каждого из нас? Библейский взгляд на обновление. Несколько мыслей. Иезекииль, 11 глава, с 19 по 20 стих, там написано так. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, возьму из плоти их
сердце каменное и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, соблюдали уставы мои, выполняли их и будут моим народом, а я буду их Богом». Смотрите, Бог говорит о том, чтобы люди соблюдали, ходили, выполняли. Бог говорит, я дам им сердце новое. Бог говорит, я дам им дух новый. То есть что-то в их внутри, внутри человека поменяется, изменится, обновится, и тогда человек будет поступать по-другому, будет ходить по-другому и будет исполнять Божьи заповеди. Для этого нужен определенный процесс обновления внутри. Например, Ефесянам 4 глава, 22-24 стих, там написано так, что «обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины». Идет речь об обновлении духом ума или разума нашего. Римлянам 12:2. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Опять идет речь об обновлении. Дальше Колоссянам 3 глава, 9-10 стих идет речь, что человек обновляется в познании по образу создавшего его. We're being renewed in knowledge. Если вы заметили, все эти места Писания, они говорят об обновлении изнутри. Обновление познания разума, обновление знаний, обновление сердца и духа, мы к этому еще придем. И это обновление внутри и влияет на поведение внешнее. Бог именно оттуда начинает свои процессы влияния на жизнь человека. Псалом 50, 12 стих. В английском 51, 10 стих, там написано так. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». «Сердце чистое сотвори, и дух правый обнови внутри меня». Как вы думаете, кто это говорит? Это Псалом. Это Давид. Чем он уникален, этот человек, Давид? Написано в Библии, что он был назван человек по сердцу Бога, то есть он Богу смог угодить его жизнью, его вот искренностью, честностью, поиском Богом, отношением с Богом. И вот однажды приходит период в жизнь этого человека, опытного человека, который имел близкие личные отношения с Богом, и он говорит: «Господь, я хочу в своей жизни что-то менять», и он говорит: «Господь, обнови во мне дух мой». Обнови дух, renew spirit inside of me. Какой дух надо менять? В ком? Зачем? Заметьте, здесь говорится о том, что дух правый обнови внутри меня. А мы всю жизнь думали, что дух грешный надо менять. Дух такой плохой, нужно менять. Здесь не говорится дух гнилой, лукавый, грешный, говорится дух правый. Правый обнови внутри меня. King James Version, it says, the right spirit inside of me renew. NLT Version, it says, loyal spirit inside of me renew. Дух верный, дух правый внутри меня обнови. И кажется, зачем, если там все нормально? Зачем, если он правый, если там все хорошо, нету никакого греха, зачем его обновлять? Наверное, что мы в этом видим большой смысл, что значит даже людям, скажем, верующим, христианам, у которых более-менее жизнь нормальная, иногда им нужно в их жизнь обновление. Закину вам еще одну мысль наперед. Написано в Исаии, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Как вам кажется, что здесь вот важно заметить? Важно заметить то, что если это написано в Библии, значит уже мы все подвергаемся той опасности, что когда-то в нашу жизнь придет сезон, когда нам нужно будет обновление. И Библия дает направление, Библия говорит об этом в разных местах, что нам нужно будет внутри обновление, и обновление в нашем духе, обновление в разуме, в сердце, для того, чтобы что-то в нашей жизни воскресло, изменилось, поменялось, чтобы сила вернулась,
чтобы мы смогли с вами двигаться дальше. Дух правый обнови внутри меня, говорит Писание. Слава Богу за это. Обновление. У каждого из нас он есть этот дух, который нуждается. Но приходит момент иногда в жизнь человека, христианина, когда человек занимает комфортную христианскую позицию, где он стает самодостачен. Ему уже больше почти ничего не надо. Почти любую проповедь, которую он слушает, он может закончить место Писания, он может закончить мысль проповедника, он почти ничего нового не слышит, потому что он уже много знает, если он уже давно верующий человек. Его уже почти ничего не удивляет, он уже видел и чудеса, и исцеления, и провалы, и ошибки, он уже все в жизни видел, его уже как бы трудно удивить, он уже полностью стает таким как бы тепленьким, безразличненьким, но уверенным христианином. И вот это опасное состояние, когда Бог иногда вот показывает такие примеры, говорит нам, что даже таким людям иногда нужно обновление. Дух правый обнови внутри меня, говорит псалмопевец. Обновление – это жизнь. Однажды я посещал одну женщину, держа, поприветствовал ее за руку, спросил у нее, как жизнь? И вдруг у нее слезы потекли на глазах. Я вначале подумал, что первая реакция, что я, наверное, сильно сжал ей руку. Человек уже слабый физически, худая, наверное, уже очень парализованная. Она сказала, разве это жизнь? Это существование, а не жизнь. Оказывается, есть разница между to exist or to live. Жизнь включает в себя что-то больше, чем просто вот такое... Вот как эта женщина в таком парализованном состоянии. Она жива, она дышит, но она уже существует. И моя мысль в том, что сегодня есть христиане, которые живы, называются христианами, дышат, но они уже парализованы. Уже нету этой жизни, уже не жизнь, а уже такое, знаете, существование, existence. Вот почему иногда вот это обновление на уровне, на разных уровнях, которое мы имеем от Бога верой, оно меняет полностью жизнь христианскую. И здесь Библия затрагивает и наши мысли, наш разум, обновление ума, обновление сердца, обновление духа, которое делает Бог внутри человека, очень сильно влияет на нас. Смотрите, сидя сегодня каждый из нас в зале, слушая эту проповедь, вы каждый не задумываетесь о том, что каждую секунду вы делаете вздох и выдох, вздох и выдох. Вы выдыхаете старый углекислый газ, и вы вдыхаете новый чистый кислород, ради которого вы живете. Без этого вздоха и выдоха вы не сможете жить, вы умрете. И каждую секунду вы обновляетесь. Вопрос, кто придумал все это? Вот эти все процессы обновления, постоянного обновления, которые дают человеку жизнь. И это правда в физическом мире, это также правда и в духовном мире. Мы нуждаемся в этом обновлении. Римлянам 7 глава написано, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа. Чтобы нам не просто служить. Кто-то скажет, слава Богу, что я в церкви, кто-то вообще не пришел. Чтобы нам служить не как попало, но написано, чтобы нам служить Богу, Римлянам 7, в обновлении Духа. Значит, это другой уровень, значит, это что-то свежее, что-то, где присутствует сила, жизнь, которая необходима каждому христианину сегодня. И вы знаете, что Иисус Христос, который был перед тем, как Он был распят на земле, мы читаем с вами Луки, 22 глава, что написано, что он пришел в Гефсиманский сад, и он молился. Он молился, и написано в Библии, что он молился о том, чтобы, если возможно, чтобы это миновало его, эта чаша страданий.
Но да будет воля Твоя, сказал Иисус Христос, и написано в Библии Луки 22, что и пришел ангел, и что сделал? Укреплял. То есть Бог послал ангела, чтобы укрепил Иисуса Христа в трудный, в очень трудный момент. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, после этого Иисус Христос укрепился? Укрепился Иисус Христос после этого? Если да, то скажите тогда, пожалуйста, я с вами согласен, но Он укрепился, и Он смог пройти страдания, пытки, испытания, всю боль, но потом очень быстро на кресте Он сказал: «Отче, почему Ты меня оставил?» Как вы думаете, что случилось с этим укреплением? Что произошло? Если в тот момент написано, Он, Бог его укрепил, и уже очень быстро на кресте Христос сказал: «Отче, зачем Ты меня оставил?» На это есть разные варианты ответов, но один из них, который я хотел бы поделиться сегодня вместе с вами, что чем труднее человеку, чем быстрее он нуждается в обновлении. Христос тогда его сам Бог укрепил, казалось бы, обновил, дал силы, обновил. Но потом, сколько прошло времени, сколько лет прошло? Сколько прошло дней? Недель. Прошел очень короткий период. И он снова нуждался в обновлении. И вы знаете, что тогда? Бог снова его обновил, снова укрепил. И мы знаем, что Иисус Христос уже на кресте нашел себе силы сказать: «Прости, прости». Они не знают, что они делают. Прощал, любил до конца. Но что еще интересно, что когда он был на кресте, он не мог поднять руки к небу и сказать: «Господь, обнови меня. У меня нет сил, я просто не могу». Его руки были прибиты. Тогда Иисус Христос не мог прийти, на колени стать, в церковь прийти и сказать: «Бог, обнови меня». Его ноги тоже были прибиты. И тогда сработал принцип: «Дух правый, обнови внутри меня». Даже если ты прибит проблемами, обстоятельствами, если ты уже не можешь двигаться дальше, даже если ты лежишь дома и смотришь это онлайн, и там помни, что работает вот это слово: «Господи, Дух, обнови внутри меня». И когда идет обновление на уровне Духа, когда приходит вот это обновление внутри, тогда обстоятельства вокруг нас, совершенно другой взгляд, совершенно другое отношение ко всему, когда мы получаем это обновление внутри. Слава Богу за это. Слава Богу за то, что сегодня мы все имеем дух и имеем эту возможность обращаться к Богу и говорить: «Господь, как сказал Давид сегодня, я этот человек, который говорю: Боже, обнови во мне дух мой. Я не хочу так больше жить. Я не хочу быть этим христианином средним. Я не хочу быть тем, который скучаю на проповедях в церкви. Я не хочу знать, как начнется служение и как закончится. Я не хочу быть в этой рутине, такой скучной, серой жизни христианской,
все делать, потому что я должен, я хочу чего-то нового, свежего в моей жизни. Я хочу обновления, я не хочу христианского существования, я хочу жизни, жизни христианской. Жизни, которая приносит радость и наслаждение. Исаия 40 глава написано: «Утомляются юноши, ослабевают и молодые люди, и падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Первое, что важно услышать: устают все. Даже молодые, даже верующие, даже опытные устают все. Об этом говорит Библия. Если мы не будем интересоваться этим моментом обновления, наша жизнь перетекает в существование. Просто в такое жалкое существование. А как хочется жить. Все плохое забыть. Всем все простить. И просто жить и наслаждаться. Жить и перестать фальшиво улыбаться. Как хочется жить в обновленном духе перед Богом. Вы знаете, что говорится здесь об обновлении и говорится за орлов. Поднимет крылья, как орел. В чем же обновление? Как его получить? Где же его взять, это обновление? Ну хорошо, я устал, а мне нужна сила. Где ее взять? И написано в Библии, что надеющиеся на Господа, они обновятся. В чем объявление? Очень конкретно сказано: в надежде на Бога. Если сегодня ты и я говоришь: я надеюсь на Бога, но не чувствуешь этого обновления, значит, что-то не так. Значит, что-то не так в нашей надежде. Потому что я верю Слову Божьему, что в надежде на Бога есть вот это обновление сил. Значит, возможно, сегодня нужно сделать вот этот рестарт, рефреш своей веры, своих взглядов, своих приоритетов, своих жизней, в которой мы часто забуксовали, запутались, потерялись в суете, и сказать: Господь, я хочу обновление, которое в Твоей надежде. Боже, может быть, я надеюсь, я говорю, что я надеюсь, но я сам себя обманываю. Может быть, это вера, которой я говорю, что я верующий, но ее не хватает. Именно вера Твоя, в этом основа и ключ нашему обновлению. Вера, надежда на Бога живого. Вспомните Давида, который потерял все, вернулся назад. Я помню, однажды период был в моей жизни, когда я пришел, была очень сложная ситуация. Я очень старался. И после этого всего меня обновили. Меня обвинили в том, что я во всем виноват. Мне было очень больно, обидно. Слезы на глазах, потому что я знал даже то, что Бог знает, то, что я старался. Но все равно не получилось. Большие проблемы. И в конце концов, я виноват. И тогда случайно наткнулся на стих в Библии, где написано, что когда-то Давид пришел и тоже старался защищать своих жен, детей. Старался, воевал. Пришел назад, а город Сикилаг все сожгли. Детей, жен, всех забрали в плен. Все разрушено, потеряно. Это не просто здания и машины, которые сгорели. Это твои дети, это твои жены. Все ты потерял, тупик, и ты руководитель. И тогда тоже его сделали виноватым. И тогда случайно я наткнулся на вот это место Писания.
именно вот в этот сезон, именно вот этот момент написано в Библии. И укрепился Давид. Как? Надеждой на Господа. Снова идет речь об надежде. Снова идет речь, вот как вот это приходит, укрепление, обновление в надежде на Бога. Но иногда я думаю сам себе и говорю правду. Богдан, но ты же надеешься, но ты не чувствуешь обновления. Ты же говоришь, что ты веришь, но ты не чувствуешь. Ты чувствуешь, ты теряешься, ты ослабеваешь, ты тонешь. Хотя говоришь, что веришь, и хочется сказать: Господь, прости, может быть, я привык к этому слову, что я надеюсь, может быть, на самом деле это не так, Господь, но я читаю, и написано в Твоем слове, есть надежда, что надеющиеся на Господа они как-то обновляются, я хочу в это верить, Господь, я очень нуждаюсь в этом обновлении внутри меня, пожалуйста, Господи, обнови меня. И здесь снова возвращается эта картина орла. Обновятся и как орлы поднимут крылья. Я изучал этот вопрос, как орлы обновляются. Несмотря на то, что они стареют, как и мы стареем, несмотря на то, что они устают, как и мы стареем, знаете, в чем их процесс обновления? Орлы, эти большие, могучие птицы, они меняют перья. Периодически старые перья, они отпадают, а новые перья вырастают. И вот когда именно новые перья вырастают, вот в этом и есть обновление орла, когда он чувствует прилив сил, энергии, жизни и обновления. И самый интересный вопрос, что делает орел, чтобы обновиться? Он ничего не делает. Делает его Создатель. Орел ждет и знает, что этот сезон придет. Отпадают эти перья, вырастают новые. Орел начинает летать. Вы знаете, что в английском переводе написано: Those who wait on the Lord shall renew their strength. Те, которые ожидают, те, которые ждут, они получат обновление. И вы знаете, в чем это обновление заключается? Прочитаем с вами чуть ниже. Там написано: сердце чистое сотвори во мне, Боже. Дух правый обнови внутри меня. И дальше: не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. И дальше: возврати мне радость. Радость в чем? Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Твоим владычественным утверди меня. Вот в чем заключается обновление. Обновление сил. Обновление радости. Как часто у нас миллионы причин для печали, для расстройства. И сегодня как хочется запомнить эту молитву и сказать: Господь, верни мне радость спасения моего. Все наши беды, все наши скорби, страдания, болезни рано или поздно обязательно закончатся. Но наша радость в том, что мы спасены. Мы будем жить вечно. У нас есть надежда на Бога. В этом есть радость спасения, которую мы часто потеряли. Мы живем серой жизнью, существуем как христиане. У нас иногда нету поводов для радости. Вот почему иногда нужен этот процесс обновления в мышлении, в духе, внутри. Когда мы скажем: Господь, слава Тебе за то, что я знаю Тебя, что я спасенный человек. Он говорит: Господи, Духа Святого не забирай. В этом есть тоже радость, когда мы понимаем, что в этом есть большая сила, обновление, потенциал заложен внутри человека, который дан самим Богом. Дух Святой, которого мы имеем. И дальше написано: утверди меня.
В английской Библии написано: Restore me with joy of your salvation and make me willing to obey you. Восстанови радость и помоги мне повиноваться тебе. И здесь снова маленький конфликт. Я верю, но как бы не исполняю. Верю, но как бы не совсем верю. Это немножко продолжение проповеди, которая была в среду. Что мы как бы верим. Но здесь Библия конкретно говорит: обновление сил в надежде на Бога. А если мы надеемся, а ничего не обновляется, значит, something is wrong. И сегодня хотелось бы обратиться к церкви «Живой поток». Мы с вами сегодня перелистываем еще одну страницу нашей личной жизни, церковной жизни. И как не хочется просто идти и двигаться дальше на автомате, на автопилоте. Хочется жить. Хочется внутри быть обновленным. Хочется, чтобы силы обновились еще и на этот год. И на наши дальнейшие планы, видения. И на нашу личную христианскую жизнь. Чтобы сегодня мы, как Давид, встали и сказали: Господи, Дух правый, обнови внутри меня. А надеющиеся на Господа, они обязательно обновятся в силе. Обновятся в силе. И сегодня это слово к тем, которые готовы принять это слово верой. Потому что написано за Неемана, 4 книга Царств, 5 глава, что он поверил слову, окунулся в Иордане и тут же получил обновление в теле. Написано: и обновилось тело его. Почему? Потому что он поверил слову Божьему и получил обновление. Обновление – это жизнь. Без обновления медленно все переходит в существование. Поэтому нам, христианам, даже со стажем, нужно обновление внутри.